Югорчан и бизнес поддержат новыми мерами. О них сообщила на региональном оперштабе губернатор округа Наталья Комарова. Вот некоторые. Со 2 апреля предоставят единовременную финансовую помощь при регистрации индивидуального предпринимателя, юрлица, фермерского хозяйства. Такая поддержка превысит 200 тысяч рублей. Не позднее конца апреля обеспечат доступ субъектов малого и среднего бизнеса к займам, предоставляемым Югорской региональной микрокредитной компанией. Предусмотрена также помощь гражданам. До конца марта единовременно выплатить по 5000 рублей семьям с детьми, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума, установленного в регионе, а также семьям с детьми-инвалидами. Проиндексировать с 1 января 2022 года размеры отдельных видов социальной поддержки, помощи и иных выплат до 8,6%. До 2 апреля организовать временные работы для работников организаций, находящихся под риском увольнения.